А за такое красивое превью хочу сказать спасибо Поэтиканту. Подписывайтесь на его канал, он снимает смешные видосы про чат-рулетку. Если ты не гомосек, поставь лайк за 10 чек. Всем привет, мои пописечки-девачки, записываемся на ноготочки. Вам поваре. Девочки, как я соскучилась? Доброе утро, девочки. Девочки, с добрым утром, с 8 марта. Я точно, это же канал про музыку. Всем привет, к сожалению, аниманика больше нету, и он продал канал своей сестре. Вы, наверное, пришли сюда получить важную информацию, и что адекватная девушка обучит вас битмейкингу, но я не человек, я женщина, а женщины — это сверхлюди, поэтому мы начинаем. Здравствуй, дедушка, мама, нахуй ты сюда? Если вы натурал, вы должны были заметить, что у этого говнюка уже есть видео, как достать акапеллу из бита, но согласитесь, что это чебурашка. Как Уп то дичь сказал. И срезаем тут примерно вот так. Добавляем второго мощника по имени Фрути Параметрик. И срезаем опять повторно ниже. Сегодня день говна, с днем рождения, аниманик. Сегодня я вам покажу сиськи, ой, покажу, как достать акапеллу из почти любого трека, поехали. Смотри, какую я новую песню нашла. Тот способ, который показывал аниманик, говно, ведь там еще слышен бит, а в новом способе бит почти не слышно. Для этого мы переходим на сайт, который, если я тупая тварь, не забуду оставить в описании, и видим такую картину, очень красивая, но это потом, если вы хотя бы раз были в школе на информамтике, то вы тут разберетесь. Загружаем трек. Тут можно отделить отдельно голос, бит и инструменты, подтверждаем, что мы не тупые терминаторы, и нажимаем продолжить. После этого можно послушать бит и голос отдельно. Прошу не смейте, бросать слова на ветер, во мне нет места, я буду с тобой честным. Качественно, конечно, как у моих видео, то есть говняное, но это лучше, чем это. Всем привет, с вами я, Чебурашка. Кому это было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь, а то Никита что-то грустный в последнее время. Набираем 20 лайков, и я солью свои интимные фотки в группу в ВК. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Пиу! Пиу!